Полузащитник текстильщика Павел Сергеев покинул Ивановский футбольный клуб. С ним по взаимному согласию сторон подписано соглашение о досрочном прекращении действия контракта. 24-летний футболист уже отзаявлен из состава нашей команды на текущий сезон. На позиции полузащитника спортсмен выступал 1,5 года. Сейчас Павел Сергеев тренируется с московской командой «Арарат». Это команда 2-го дивизиона зоны «Центр» профессиональной футбольной лиги. Ну, конечно, потеря любого футболиста, она ощутима для коллектива команды, тем более, что Павел выступал в основном составе. В текущем сезоне он успел провести 15 матчей, как не забил ни одного гола, но, тем не менее, мы желаем ему успехов в дальнейшей спортивной карьере, благодарим его за работу. В ближайшее время на основном сборе команды главный тренер текстильщика Денис Бояринцев намерен устроить просмотр потенциальных новичков, которые могли бы заменить ушедшего полузащитника и усилить команду.